Привет, привет! Ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы продолжаем Warframe. Закончили мы на том, что пытались пройти миссию нулевой пациент за Никс, и, соответственно, проблема была в том, что Никс-то у нас прям умирает раз за разом очень быстро, и поэтому я думаю, что мы быстренько сбегаем на разрыв бездны один, вот этот 40-50 уровень, посмотрим просто хотя бы, что чуть-чуть она качнулась. Вот он, Prime каркас. Ну давай вот с этим. Да. Надеюсь, отряд-то быстро найдется. В смысле, один что ли начинаю? Стоп. Нет, один-то я не согласен начинать. Смысл-то в том, чтобы я не один начал. Окей, ладно. Посмотрим с другой стороны на все это. Значит, у меня получается Игнис Призрак 4 уровня. Атерах 2, Атомус максимального. И у меня что-нибудь есть, что не максимального, что я мог бы прокачать? Исторички у нас... У меня что, латон не прокачан до конца, разве? Даже Лекс, по-моему, прокачан до конца. Сикарус, по-моему, не прокачан до конца, вроде как. Тогда хорошо, возьмем Сикарус, окей. Да, освоено. Лото освоено, или вот тогда давай глянем. МК-1 Фурис освоено. Лото освоено, отлично. Лекс освоен. Все освоено. МК-1 Кунай освоено. Вот она, тяжесть выбора. Так. Это оружие, его слишком много. А у меня нет ничего из исторички, что уже построено. Ну-ка. Вторичное. Серьезно? Серьезно? А, то есть вот бронка для того, чтобы построить. Ну тогда пойдем. Блин, ну это вообще, конечно, не очень прикольно, типа идти совсем без ничего. Но получается, что это самый идеальный случай быстро качнуться, потому что у нас Никс маленького уровня, Игнис маленького уровня, Атеракс маленького уровня. Пойдем. Пойдем, посмотрим, что из этого выйдет. Разрыв какого-нибудь максимального уровня, давай. Есть отряд? Нет отряда, да? Окей, ладно, хорошо. Другой разрыв, фиг с ним. Уровня 39-41. Что здесь у нас? Опять Вуконг Прайм. Окей, здесь есть отряд? И здесь нет отряда. Тогда ничего не остается, кроме как пойти на резню. Серьезно? Резня. Опять. Ну давай, ладно, один раз пробежимся быстро. Так и быть. Хотя бы там до ранга какого-нибудь а-ля 10-15, может быть, дойдем. Чтобы просто в них хоть что-нибудь можно было еще дополнительное вставить. И чтобы можно было в Игнис Prime вставить что-нибудь нормальное. И да, чтобы можно было еще в Атерах что-нибудь вставить нормальное. Да, 10-15 ранг, в принципе, будет за глаза. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тише. Чё так резко начинаем-то? Прям в пылу огня. О, насколько у меня бесполезное оружие. А где все? Не вижу я. Все что-то бродит, но я не вижу, где все. Я еще такой умный, ничего не ставил в сборщик. Просто гениально. Так, это рак с 3-го ранга, отлично. Сейчас сколько он бьет? А бьет он ровным счетом ничего. Так, хорошо, давай я попробую тебя. Стоит, дайте мне кого-нибудь захватить. Я хочу проверить просто, насколько они мощные, когда я их захвачу. Ага, отлично, и кто? Не получилось.
Кто-то всех убил. Ну, в принципе, смотри, уровень идет 8 ранг, у Игнис уже нормально. Так, стой, давай-ка тебя. И... Блин, я его убил. Очень оригинально. Да. Эти все появились, молодцы, но мне нужно, чтобы появился другой. Где? Да ну хватит всех меня мочить. Отлично. И чё, сколько у тебя урона? Это свой, да? А насколько он подчиняется, вообще не пойму. Ребята, ну-ка хватит. Ага, хаос, открытая способность. Что за хаос? Что там хаос дает, не помню. Ага, зона 1 пройдена, отлично. Что у нас там по рангам? 11, 7, 10. Ну-ка. И что, он по дамагу наносит? Он типа с первого удара их наносит всех? И почему они умирают в итоге? Кто-нибудь не подскажет? Не понимаю. С чем связана их такая быстрая погибель? Стимул, а, стимул эффективности, да, я забыл, что это. Ну-ка, давай-ка я тебя бить не буду, а просто вот так сделаю. И что будет? А, дамаг можно наносить определенное время. Но не хилу все равно, смотри. Даже при том, что ничего никак не прокачано. 12, 9. А, тут у меня вообще все качается одновременно. Очень миленько. Ну я понял, быстро он только через подкат, получается, бьет всех по кругу. Ну-ка. Ага, вижу, дамаг по нему наносит определенное время. Сколько он живет? Я не вижу просто даже сколько по способности он должен жить. Живет. Перестал жить. А, и подчиняться перестал. Да ладно, убили. Кто меня так убил-то? С одного удара. Ой, спасибо, что оживили. Лучше буду бегать с вами пока что. Так, что у нас там по рангам? По рангам у нас что? 13, 12 и 8. Третий у нас все еще недоступен. А, то есть вот оно что. Все, понял. Все атакуют, кого хотят.
Все стало ясно мне теперь. То есть я делаю двоечку, и все, кто в округе, атакуют всех подряд. Замечательно. Но энергии на все это, конечно, нужно тоже прилично. Атакуйте все себя, друг друга. Отлично, слушай, ну такое, в принципе, можно спокойно лазить везде и все. Ну-ка, и что, они друг друга будут? Да реально друг друга переубивали удобно. Ну, в принципе, как бы, да, удобно, но не сказать бы, что супер универсально. Ну, хотя, в принципе, смуту внести чисто такого прикола. То есть, так вот. Я знаю, что последний скилл прикольный, именно для таких миссий, где именно зачистка нужна. Прям зачетный скилл. Что у нас там по рангам? 18, 17, 10, 10, 14. Что по времени? Блин, ну, даже не знаю. Выходите или с этими ребятами еще постоять. 18, 11. Ну, сейчас, короче, когда будет 15-й у Никс, тогда сразу выходим. Потому что, в принципе, этого достаточно всего уже, чтобы спокойненько всем. Я думаю, чё я не запариваюсь по поводу жизни. У меня стоит же восстановление жизни. Аура стоит омоложение. Потому что она же не такая живучая. Ну что, пойдут они следующий? Пошли. Ну ладно, тогда зайдем с ними следующий. Как раз 15 уровень Никс возьмем и пойдем дальше выполнять тогда левый пациент. Серьезно, как вот он без ничего убивает их с первого удара? То есть нет же от Ракса такой огромной силы, по-моему. Кстати, вот тоже один момент я такой не помню. По поводу Атаракса надо глянуть, есть ли он праймовый какой-то, или типа Атаракс призрак, или это уже конечная версия. Потому что те оружия, которые как бы не имеют какой-то высшей степени, вот, то в принципе я бы тогда сразу в него уже вставил бы этот, как его, катализатор. Вставил бы в него модов, потому что в принципе он нам пригодится, да, достаточно долго. Ну-ка, если тебя починить. Ага, все понятно, ладно. Я вас понял, ребята, понял. Меня убивать совсем не обязательно. Какого же уровня? Двенадцатый. Ну такое себе 12. 12 это еще маловато. Двенадцатый это еще немного. Так, а что это я делаю? Третьим. Что это мне, не помню. Нападаю. Четвертый скилл недоступен, да, все еще? Способность не открыта, ага. Но будем надеяться, что на 15-м откроется, потому что там неуязвимость конкретная. Под ней уже можно спокойно ходить. О, ничего вообще не снимаю, что.
Реликвию еще умудрились собрать. Так, ну что, следующие они идут? По-моему, следующие они не идут или идут? Не вижу. Ну, собираются, походу. Блин, Никс так долго качается, капец. Игнис уже 21-го, Атеракс уже 20-го, Носитель уже 10-го. А Никс только 12-го. Ну, давай сходим. Что делать, в принципе? Пойдем тогда с ними, получится то, что серия, в которой мы Никс раскачали, чисто чуть-чуть хотя бы, чтобы дальше для него пациента выполнять. Ну-ка, и что, сколько он там дамажит? 41 ранг, да, конечно. Им я дамага не нашел слова совсем. Да, но Игнис прям понятно, почему качается. Потому что я же Игнисом всех убиваю. Вот он и качается. Всем гореть, всем лежать. Ну не, слушай, Игнис с этим справляется достаточно неплохо. 13-й, почти чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть и будет 15-й. И мы выходим тогда. Не помню, что Игнис так далеко бил. О, типа самый умный. Ну, 14, да, еще чуть-чуть, и в принципе будет 15. Я надеюсь, на 15 уровне открывается у него способность. Да, и что? Гореть, всем нужно гореть. Окей, в следующий, видимо, мы не пойдем, да, портал? Или вы хотите пойти в следующий портал? Вы что, смеетесь? Вам что делать? Ничего, следующий портал есть. Реально зашли, ну ладно, хорошо. Фиг с ним, тогда мы с вами. Нам 15 ранг нужен. О, 53. Ну, тут уже я как бы из разряда. О, еще и на него нарвался. Ёшкин ты кот, а. Тут нам нельзя. Просто так тут ходить, ничего не делать. Да ладно, так с первого удара просто вот вблизи меня убил. Миленько. Ладно, будем стоять где-нибудь там. И не лезть ко всем. Отлично. Ага, все, понял, как это работает. Ну, я успею? Отлично, успел. Ну, давай. Да ну что ж ты вылез-то прям в воздухе? Пять? Что там набирает он у нас? И
И никого не убил, отлично. Давайте. Ага, все понятно, короче. Как-то, видимо, радиус повышает намного больше. 15 ранг, отлично. И, в принципе, тогда, значит, мы на этом уровне и заканчиваем. Так, а здесь можно зависнуть? О, отлично. Вот тут и зависну. Или где-нибудь здесь. Ой, хватит по мне стрелять, ребят. Да ну хватит по мне стрелять-то. У меня какой-то дамаг, что ли, пошел, вошел хороший. Так, что ж, тогда у нас, в принципе, на этом все здесь будет. Еще и реликвию получили, отлично. Все? Нет, мы не будем заходить в следующий. Нам этого хватит вполне. И, соответственно, в следующей серии мы спокойно, преспокойно себе, значит, продолжим всю эту тему, не спеша. Не-не-не, спасибо. Офигеть, 57 уровень. Сколько у них жизни, что он так медленно снимается? Тысяча опыта, нехило. Что ж, спасибо за просмотр, ставь лайки, подписывайся, пиши комментарии, и до скорых встреч, пока-пока.